Wow.
концерт продолжает заслуженная артистка России Тамара Корчагина. Ночь темна, темнюшенька, всюду тишина. Я сижу, молодёшенька, с вечера одна. Словно мать желанная по сынке родном плачет неустанная буря под окном. До земли рябинушка гнется и шумит. Лучина, лучинушка, неясно горит. Затянуть бы звонкую песенку резвей, благо пряжу тонкую, прясть мне веселее. Да боюсь батюшку свекра разбудить, а свекровь-то матушку этим огорчить. Муженек детинушка беззаботно спит. Лучина, лучинушка, не я. Я ли непримерная на селе жена, как собака верная мужу предана? Я ли не охотница жить в семье в ладу? Я ли не работница в летнюю страду? От работы спинушка и теперь болит. Лучина, лучинушка, неясно горит. Милые родители, сваха да родня, лучше бы мучители извели меня. Я тогда не стану сетовать на вас, сладко ли вам жалобы слушать каждый раз? Ох, тоска, кручинушка, сердце тяготит. Лучина, ох, лучинушка, неясно горит. Браво! Thank you.
Дрезденского. Эхо любви. Небо пылинками звезд, и вы.
скажу. Работу малую несу, еще вершит, но пали руки. И стайкою наискосок уходят запахи и звуки. А напоследок я скажу: прощай, любить не обязуйся. С ума схожу или восхожу к высокой степени безумства. Женой останется.
где редки голубые просени, где мысли грешные, хмельные. Возьму я вихри листопад. Мы выходим на простор.
Продолжает выступление класса Тамары Александровны Корчагиной, студентка 5 курса Российской академии музыки имени Гнесиных, лауреат всероссийских и международных конкурсов Мария Легусова. Музыка Константина Арбеляна, слова Владимира Лазарева. Шум берез. Концертмейстер, заслуженный артист России Виктор Маляров. Студентка 2 курса Российской академии музыки имени Гнесиных, артист
солистка Государственного академического кубанского казачьего хора Елена Пономарева. Кубаночка, Леночка. Музыка Виктора Захарченко, слова Александра Бивня. Концертмейстер, лауреат всероссийских и международных конкурсов Александр Юшин. Oh.